Это был заказ. Заказ был четкий и конкретный. Из Голландии там проводился фестиваль Tokyo Instrument. Это значит щипковые инструменты, так сказать, этнические, восточные. Вот. И когда мне поступил заказ, конечно, я выбрал тар, потому что это среди азербайджанских инструментов, ну не только не азербайджанских, это тар бытует и в Иране, и в Турции, и в Армении. Вот я выбрал этот инструмент, потому что это как бы рояль среди королевских инструментов. Вот. И, естественно, какие-то воли или неволи, а скорее воли, моменты, которые связывают с этнической музыкой, должны были быть. Естественно, так сказать, основа музыкальной культуры Азербайджана – это многовековая профессиональная устная традиция – это мугам. И не использовать мугам в этом сведении было бы нелепо, наверное. Поэтому есть часть, которая целиком состоит из одного из самых коротких мугам.
Thank you.